В ночь на 2 июля, по прогнозу Гидрометеобюро, на территории области ожидаются сильные дожди с грозами. В связи с этим прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки на малых реках области, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в результате ухудшения видимости, возможных аварий на объектах ЖКХ, в том числе энергетики, по причине возможных коротких замыканий. Прошу жителей и гостей области по возможности ограничить передвижение на личном транспорте в данный период времени, особенно в ночное время, а также принять меры к сохранности своего имущества. Берегите себя и своих близких.